Первый раз у нас поросята, скажем так, до декабря. Обычно они у нас уже в сентябре, в октябре уходят в морозилку. Сейчас вот муж немного у них почистил, вон туда все отгреб. Вот показываю, как есть. Корыто замерзшее, кормим теперь из ведер. Вот из таких вот ведер кормим, просто пришли, покормили и ушли, скажем так. Когда муж, у них это быстрее как-то происходит, когда я, у меня это дело... Чё оторвали? Жизнь радуется. Нет, в прошлый раз они тут оторвали. Дня два назад муж тут... Вон три доски вижу. Справа. Где? Не вижу. Справа, Танюш. Три доски вижу. Зайди. Где справа? Лёш, тут видно... Вот. Вот чё они оторвали. Ну, короче, тут не видно. Вот, три фанерины. Ой! Это я сейчас укос. Сено им тут нагребла. Уйди от меня. Уйди, пожалуйста, уйди. Я боюсь. Чего бояться-то? Да они лезут, они ж кусаются. Отрывают, короче, уже тут стены, отрывают фанеру. Ну, что сделаешь? Вот так вот. Ждем оттепели ближайшие. Будем убирать это все в морозилку. Одного мы... продаем. Одного хотелось бы, конечно, себе, но уж там как получится. Как в том году, трех поросят нам и не хватило. Точнее, нам осталась только половинка. Закрывай. Половинка от половинки. Скажем так, четверть. Все, закрывай их там. Я ухожу. Я не могу с ними. Все. Я обычно захожу к поросятам, когда они это, месяцев до пяти. Ну, вот так вот у них. Выходи, я не буду тебя снимать. Снимай грязные брюки. Это муж сейчас у них тут чистил. Да, да, в будке вам там хорошо. Сухо, да, я очень переживаю, чтобы они там только не нассали и не насрали, потому что это сразу все замерзнет. Никогда у нас такого не было, чтобы у нас поросята были до декабря. Ну, вот корыто, видите? Вот корыто замерзло. Показываю, как есть. Я не знаю... Ой, блин, коленкой ударилась. Чего? Ну, сами, да, мы виноваты. Здесь вот мы, конечно, запустили, они не доели. Уйди. Они один день не доели, второй день не доели. Ну, естественно, все это замерзло. Вот, а замерзла, у нас тепловой пушки нету, это уже вот, теперь уже это будем отогревать, как это есть. Как они выжили в минус 20, я вообще не знаю, но они прочухали сразу, что там тепло. Мы им открыли, когда начались морозы в конце ноября. Кто-то позвонил, запись остановилась. Они сразу туда зашли и не вылазили вообще. Вот. Здесь вот это, конечно, мы стараемся держать вот в таком более-менее нормальном состоянии. Сейчас, наверное, муж вот это все будет чистить, вывозить. А я, наверное, сейчас тогда у кроликов почищу. Что? Да. Слушай, он копытом подгребает себе туда сено. Иди посмотри на него. Клочочек сена выпал сюда, так он его обратно копытом туда гребет. Давай, подгребай обратно.